Пацаны, всем привет! Очередная экспедиция. Вернее, это не экспедиция, это так, тут рядышком мы покопать с товарищем выехали. Игорек, поздоровайся с пацанами. Собирать свой аппарат, не как батарейки. Привет. И наладим. Так, сейчас быстренько пробежимся. У нас сегодня запланировано 3 места. Думаю, будет интересно. Место уже копанное, вот я прям стою на выкопанной ямке. Ну все, харе базарить, поехали копать. Медно-никелевый сплав. Что это? Щитовик. Щитовичок, 32-й год, китарик? Да. Ясненько. У меня, друзья, тоже находка. Поднято. А, вот еще, смотри. Какую-то херь поймал. Что это, вот не пойму, что это такое? Какая-то запчасть. Ну тут что-то написано. Да не по-русски. Это надо водичкой смочить, да. А то может от Зингера. Раритетная деталь, бля. Поспрашиваем у ребят. У нас спецов много. Так. Ну а я сейчас тоже похвастаюсь. Так, маленькая какая-то. Блин, она за ней выйдет. Типа копеечки. Типа не копеечки. Что это такое? СССР. А это полкопейки. А год не могу сказать, друзья. Будем надеяться, что редкий годик. Редкий годик. Ну что ж. Так, выбито настолько место, что мы охренели, когда сюда въехали, тут все перерыто, перекопано. Вон тетка какая-то идет. Сейчас это местный мужик, значит, тут убежал. Мужик смандил у нее бутылку. Украл бутылку, но у нее мужик. И пошел с собакой ее выгуливать. А мужика уже след простыл. Вон он там. Она за ним бежит, короче. Верни, сука, собаку, кричит ему. Мужик пытался нас тут разогнать. Говорит, хорош, тут не копайте. Но нет. Так просто мы не сдаемся. Так, где наш брат? Игорек! Да. Продолжай. Камера без стабилизатора. Фотоаппарат. Руки трясутся. Но я стараюсь. Ладно, будем продолжать, ребят. Остановились по пути, увидел в окно прекрасный пейзаж, просто шикарный. Вот там, глянь, какая воронка. Ну какой пейзаж, просто шикарный. Ну здесь дом надстроить. Да, здесь домик. Так, закончилась наша дорога, придется искать объезд. Да. А зато здесь, смотрите, что мы нашли. Кабан или лось? Кто тут приходит? Ступенчики, глянь. Тут вообще все по-культурному. Не подстрелил бы нас тут никто, блядь. Они, наверное... А, вон кормушка и с этим... Прикармливают, короче, тут. А вот отсюда не охотится. Теперь изначально дорогу и прям поедем. Да, зверек, значит, тут водится. Не просто так. А вот там что за... Глянь, какой-то как колодец, что ли.
Видишь? Да нет, тоже, наверное, какой-нибудь блиндаж. Мы в корму тоже бывали. Блиндаж. Может, и блиндаж. Оттуда с полей, наверное, заходит и питается тут. Кабаны. И снова нас ждет переезд на другое место. Что там, глубоко? Бля, вот здесь прям яма. Яма? Да, клея. А если я вот так вот возьму левой стороной вот тут? Вот, вот здесь нормально. А яму прям здесь. Вот сюда я одним колесом. А там посередине что? Лед. Лед. Сейчас туда уедем по льду, а тут он, блядь, растает. Яма была, яма была вообще. Ладно, давай, будем про. Слышите, как песни поют птички? Мы переехали на другое место. Сейчас вот здесь будем копать. Уже копаем, вернее. И у меня первый сигнальчик. Место очень мусорное. Первый сигнал у меня сегодня везет на 28-е года. Но теперь уже копейка. Ай, смотрите. Вот она. С фокусом у нас немножко беда. О, здесь песочек, друзья. Здесь очень хорошо, когда песочек. Обожаю, где песок копать. Смотрите, ее вот как уронили, как ее уронили, так она и лежит. Вот такие вот делишки. О, подснежники. И копендос. И шикардос. Обалденно. Сейчас мы вот так с подснежниками сфоткаем ее. Ну вот мы и добрались до места. Это далеко, я сколько километров? Я хрен ее знает, сколько полез километров. Дорога местами просто. Сами видели, какая. Это еще ерунда была на самом деле. О. Ищем мы хутор. По карте. Карта нас довела, и хутор примерно где-то здесь. Сейчас будем уже конкретнее смотреть. Вот так вот. Надо будет туда заехать. Сейчас мы немножко перекусим. Вот, дом. Наберемся сил. А еще нам попался по дороге дом. Ну, дом ухоженный, нормальный. Ну, возможно, ничего нету. Ну, в смысле, не жилой. Да, охотники. База, да. Охотники, наверное. Ну, сейчас будем пробовать. Ну, сейчас обязательно что-нибудь найдем. Место старинное. Далеко от центра. Не каждый сюда приедет, да? На легковом автомобиле не проедешь. На колени, да. Она летает, что, и плавает, блядь. Опять матом сказал. Ну что, смотрим. Так, ну что. Все показания у нас как раз на то, что мы нашли, что искали. Вот яблони. Вот крапива. Сухая здесь крапива. А вот это вот, по всей видимости, малина. А вот там сейчас бегала косуля. Не успел я, блин, снять. Косуля прям, вот. А впереди меня вот здесь вот болото, вот. На ту сторону не перейдешь, а хутор стоял вот на той стороне, по всей видимости. Потому что вот так туда огороды идут, вот так.
Вот туда и вот там дома были. Сейчас будем искать брод. Вот оттуда сверху спустились мы. Будем искать брод. Не, это точно от ложки. Да я тебе говорю, ложка. Что, она прямая, что ли, такая? А какая же она? Да прямая, отломали ее, бля, вот и все. Да, да выкинь ты нахуй. Так. И вот еще куча шмурдяка. Хутор оказался. А во, гля, блин, что это будет? Монеты, нет? Вообще четко, я прям вынимаю, думаю, ну ништяк, бля. Потом раз. Тоника какая-нибудь, может, Петровская ушатная. Да не. Это, походу. Ну не свинец точно, нахуй. Цветнин какая-то, медяшка какая-то, походу. Ходячки, надо же. Ем, шваркнуть вообще. 17 века, хутор, блин, а здесь ходячки. Пули, каких только нет, старинная вот пуля. Вот пуля, от какой-то типа мелкашки. Патрончик от мелкашки. Картечных, блин. И запчасти от Зингера. Елки зеленые. Собираемся. Так, друзья, ну все. На этом у нас все. А, мы же не показали копейки-то наши, да? Ну ладно, вы их все равно видели. Что показывать 40 раз? Было бы что показывать. Ладно, на этом мы прощаемся с вами. На следующих выходных мы обязательно еще раз куда-нибудь стартанем. Найдем, мы обязательно когда-нибудь найдем невыбитый хутор. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока.